Там, говорят, лебеди плавают. Лебеди я в упор не вижу. Это каким солнцем. А куда едем? Ну вот видишь, Женя, Bluetooth срочно нужен мне. Вазы какие красивые. Ну, короче, мы еще не были в парке Горького. Женя, а что это за лестницы тут сюда идут? Это что? Мост? Ну и куда дальше? Куда дальше? А вон лебеди. Подойди, 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 мне надо как-то затормозить. Лебеди вот. Круто. Да. Это мост. Видишь, вот это мост такой через Москва-реку. Угу. Да. Ну да, через этот за мост. Ну, мост мы под ним были. Да. Это мост для людей, пешеходов, на ту сторону, на Москва-реку. Кстати, можно туда сейчас перейти, на Фрунзе зажечь.
асфальт просто чудесный. Люди в Гондоре, по-моему, нравится. Ой, а тут асфальт вообще сказочный. Танцевать можно здесь. Как танцпол. А я вот сейчас тоже катался на роликах. Да. Видишь, круто. Спасибо нашему мэру за эту красоту. Чуваки, видишь? Это вот пионы, они уже цвели. Паскай, как обычно. Ну да. Поехали дальше. Да. Подсветлим. Ты видишь, как красиво подсветлили? Кусты это или деревья? Ровненько, да, как? Да, да, да. Молодцы. Ой, правда. А как можно на него посмотреть? Здесь я упала возле воды, рот открыла. Вода есть. Жень, это место для... Все падают здесь. Девушка не на роликах упала. Говорю, место, где... Там возле воды все падают. Девушка упала, да. Нам нужен не блютуз. А что? Нам нужны две рации. Маленькие рации. Она в ухо вставляет? Нет, она вот сюда вешает, на лямку. Она размером с пачкой сигарет. Ну что? Дальнобойных метров 3. Мы с тобой уже переговаривали. И сколько денег это стоит? Стоит. Пару можно купить.
хотят. Да, то... Как же здесь хорошо. Ёлопа. Ну, кругом цветет, все пахнет. Липа цветет, пахнет. Боже мой. А свой чудес. Тут так вообще яичко. Ух ты! Жень, ты видишь? Красота какая! Я туда хочу. Я туда хочу. Что это такое? Это развалины. Ты можешь... Нет, это люди сами лепят. Ну там глина есть. Да ладно. Да. Видишь, все довольные. Все счастливые вообще. Там получаешь инструменты. Чуваки.